Всю неделю готовиться не получилось, так после первого тура надо было сделать какие-то выводы. Но они были? Разбор полетов, да, сделали, провели собрание с командой, поговорили, может, какие-то внести коррективы туда-сюда. Ну и сейчас, несмотря на то, что как второй тур, и тем не менее он очень важен будет нашей команды, как встречаемся, я думаю, с сильнейшей командой нашей зоны. Ну, вы уже с ними играли, в том году столько проигрышей. В том году мы, к сожалению, не смогли взять ни одной игры. Вот 6 игр мы провели, ни одной не взяли. А в этом году вот, на предсезонном турнире в Владимире получилось это сделать. Я думаю, сейчас для них это будет тоже игра такая. Тоже они дома будут играть, да, и захотят реабилитироваться. Ну, слушай, а какой сейчас вообще настрой в команде после первого тура? Да нормальный настрой. Подкорректировали кое-что там. Шакиров что-то подсказывал, на да, чем конечно, нужно работать. Посмотрели видео, разобрали. Вчера вот именно готовились. Ну, сейчас все полноценно уже. Ну да. С чистого листа, с пустой головой надо брать во втором туре. Надо именно с пустой головой. Забыть про первый тур, во-первых. Что вторую игру не все получалось. Сыграть. Свою игру, так сказать. Свою игру.